Всем привет! Один из маяков, который надо починить для того, чтобы пройти миссию под названием Lost History, находится в локации Морозная Гавань. Давайте выясним, как его разблокировать, потому что там, скорее всего, с той стороны мы видим лианы, да? Ну, вроде бы все просто, да? Берем вот эту штуку и кидаем ее туда. Вау! Да ладно тебе, реально получилось, смотрите. Так, мы его разблокировали, но нам надо его починить ведь. Еще раз я покажу, где это находится. Это Морозная Гавань, я отдалю камеру. Всего таких маяков. Около 6, по-моему, штук. Единственное, теперь я не знаю, как туда забраться и как его вообще починить. Смешно. А, вот оно, смотрите. Есть взлом. Так, проверка регистрации судна, извлечение последней записи в журнале завершено. Регистрация судна, начало записи голоса. Это скат, действующий капитан Бак, записывает. Сегодня утром я получил сообщение от ICC. Этот негодяй действительно смог связаться с некоторыми выжившими. Он говорит мне, что бедствие закончилось, все монстры были уничтожены и кризис человечества был решен. Все члены экипажа, оставшиеся на суше, чувствуют себя прекрасно и невредимо. Это радостная новость, несомненно. Наш 17-месячный плавучий поход наконец завершился. Я готовлюсь вернуться в гавань, где все началось. Этот путь напряжения наконец-то завершен. Я не планирую возвращаться с оставшимися припасами, поэтому я закопал их где-то недалеко от маяка. Может быть, они пригодятся кому-то в нужный момент. Но ведь неинтересно искать что-то, если слишком просто. Не так ли? Я оставил небольшую подсказку. Я уверен, что любой, кто случайно услышит эту запись, сможет ее разгадать. В конце записи есть загадка. Ну давай, давай, давай. Взгляни вдаль на рассвете, когда кончается тень света. Вдаль на рассвете тень... Так, погоди. А можно еще раз прослушать ее, эту запись-то? Смотрите вдаль на рассвете, к концу тени света. Удивительное открытие ждут. Так, смотрите вдаль на рассвете. Так, а рассвет у нас получается в какое время? Рассвет. Рассветает в 6 утра, скорее всего. Ладно, давайте посмотрим. Главное, чтобы дождь прекратился, потому что там не будет солнца, никаких теней точно мы не увидим. Так, рассвет. Да нет, ну дождь-то прекратись, пожалуйста. О, отлично. Так, смотрите, вдаль на рассвете тень... Тень маяка, это вон туда, да? Ну это же... Да, рассвет. Ладно, ребят, я думаю, что это действительно должно быть именно там. У меня предчувствие. Так. Я не угадал, да? Так, ребят, все оказалось довольно просто. Даже метка показывается. На карте нет, конечно, но... Это, по-моему, то место. Есть! Отлично. На этом все. Не забывайте подписываться, пишите комментарии, ставьте лайк, нажимайте на колокольчик, смотрите видео до конца и обязательно подписывайтесь на все каналы, ссылки, которые вы найдете в описании к этому видео. Пока!